Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня вторая часть выживания на острове в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, как вы помните, в первой части мы накопали маленькое камни. Здесь я посадил свое первое дерево. Так, у меня что-то маленько подфризывает, проседает FPS. Так, с чем может быть связано? Так, ну, вроде графику я уменьшил. Давайте попробуем перезайти в мир. Так, и повысим опять графику. Ну, ладно, пусть остается так. Так, ну, нет, у меня еще остался один росток, которым мы прямо сейчас посадим, прямо при вас. Да, это прямо, так сказать, волнующий момент. Ну, и наше дерево будет расти около 10 минут. Где-то так. Так, ну, я выкинул деревянную кирку, так как она нам больше не понадобится. Ну и сделать мы пока больше ничего не можем, кроме как такой кнопки, которую мы можем повесить на крафт. Если точнее, многие меня спросят, как я повесила кнопку с помощью того, что я присел. Ну и здесь у нас очень много овечек, которые нуждаются в помощи, то, что их нужно убить. Ну вот как смотрите, точнее, смотрите, как совпало, у нас прям ровно 3 овечки. И у меня почему-то резко начал падать голод. Очень резко. И здесь бегает свинка, которая нам должна дать хотя бы что-то. Ну, ты мне больше не друг, так как ты мне не дал ничего. Ну, смотрите, у нас сразу заспавнились другие животные, типа коровы и опять овечки, которая нам уже не нужна. Так, ну, побежали коровки. Хотя здесь еще есть курица. Точнее, 2 курицы и еще одна бродящая коровка, которая тоже нуждается в помощи. Ну, что ж. Так, больше вроде тут ничего такого не вижу. Ну, я хочу там тоже проверить и убедиться, что тут ничего нет. Ну ладно, давайте вернемся к нашему крафту. И я планирую накопать еще камни, чтобы нам смастерить так называемую печку. Ну, видите, ничего мне больше не хватает, кроме того, как накрывать. Ну, кровать нам тоже понадобится. Если что ночью случится, мы сможем поспать, и наша ночь пропадет. Так, идем вниз. Ну, главное, чтобы нас, ну, вдруг не завалило песком, как это бывает. Ну, просто бывает. Так, камень. Смотрите, как быстро мы ломаем. Я еще раз могу сказать, что ломание блока под водой это в 2 раза медлее, чем ломание блока просто так. Ну, вот как мы быстро очень копаем. Ну, сейчас мы накопаем и уйдем отсюда. Ну что ж, наверное, этого нам хватит, чтобы отправиться обратно наверх. Так, ну, поставим всю нашу землю, которая находится у нас в инвентаре. После чего воспользуемся такими блоками и поставим сверху еще один блок. Типа напоминание, что мы здесь были. Это место помечено нами, да? Крутыми пацанами. Ну, ставим сюда печку. Так, загружаем сюда мясо. И загружаем сюда топливо. Так, я сюда слишком мало загрузил досок, а там слишком мало еды. Теперь все исправлено. Что ж, мы тут еще можем отделать? Поделать мы можем еще что-нибудь, наверное. Так, ну что ж, пошлите поищем приключений на свою жопу. Так, свинка, надеюсь, ты в этот раз будешь другом и дашь мне какую-нибудь пользу. Ну опять, второй раз. Ну, убивайся. Фух, на третий раз нам что-то выпало. Хотя бы выпала какая-то там свинина, которую нам тоже придется готовить. Смотрите, мне даже просто-напросто не хватает топлива, чтобы приготовить себе еду. Вот хватило всего лишь 3 доски, точнее, 1 палка и 2 доски на 3 стейка, которые я быстро съем. Вот смотрите, 2 стейка, все, остался 1 стейк. И все, я его потом съем, и больше мне ничего не хватит. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.